И коротко о хрониках коронавируса. По миру заболело более 20 миллионов человек и более 740 тысяч умерли. По-прежнему лидируют Соединенные Штаты Америки, более 5 миллионов заболевших, 167 тысяч 761 умерли. На втором месте по-прежнему Бразилия, более 3 миллионов, Индия, более 2 миллионов, Россия приближается к миллиону, там заболело 902 тысячи 701 человек. И что касается Украины, за последние сутки заболело 1433 человека. Мы приближаемся к рекорду. Рекорд в августе был 1489. Вообще, по показателям августа, в Украине заболело за первые 11 дней 13393 человека. В среднем более 1217 в день. Вообще, с такими показателями Украина сейчас на 32-м месте. Скорее всего, завтра мы уже обгоним Китай. Что касается областей, то лидирует Львовская область 11308, на втором месте город Киев 9869, на третьем Рівненська область, на четвертом Черновецкая. Интересующие нас Черниговская область 1080 и Киевская область 4307 заболевших коронавирусом. И небольшая картинка для общей информации. Вас раздражает носить маску? В таком случае запомните, как выглядит установка аппарата ИВЛ в пациента с COVID.